Друзья, обратите внимание, летит Николай Басков в салоне с шикарным портфелем, как всегда. А как, Николай, вы относитесь к Твиттеру, возникает вопрос. Кому? К Твиттеру. Очень хороший сайт, мне нравится. Ну, сайтом это сложно назвать, но вы знаете, вот Киркорову я открыла путь в Твиттер, он уже зарегистрировался, все там снимает и ведет активную Твиттер-жизнь. А вы как? Давайте, если вы Киркорову открыли путь в Твиттер, то мне закройте. Почему? Ну, после Киркорова делать нечего уже. Ну, вы же любите деньги. Это вирус. Нет, вы понимаете, вот Ким Кардашьян зарабатывает на Твиттере по 3 миллиона в год, Николай. Да? Приятная новость. Пусть кто-то а можно вот от нас, от сельских жителей? Простите, я честно, Твиттер, потому что Твиттер и Трипер для меня звучит совершенно одинаково. Я все сказала. Ну, слушай, если ты зарабатываешь 3 миллиона в год, то это можно лечить. Это одно и то же. Если лечить, заработаешь столько же. Там же находится и Эштон Катчер, дорогие друзья. Муж Деми Мур, кстати. Да? Но мне неудобно отвечать на вопрос, потому что я сижу с уважаемым человеком. Понимаешь, я нервничаю. Давай лучше нашего стюарда. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к Твиттеру? Кому? К Твиттеру. Что вы делаете? Это то же самое, что и минет. Что вы делаете со мной, а? Специально для Твиттера.